День народного единства праздновали во всех городах Саратовской области. Так, в Балаково состоялась демонстрация, которая собрала около 12 тысяч человек. Мероприятие стартовало шествие, в котором приняли участие ветераны труда, юные жители города, работники предприятий, фермеры, депутаты и представители власти Балаковского района. Нам сегодня нужна стабильность, нам сегодня нужно думать о завтрашнем дне. Для меня это лично еще и домашний праздник. Что такое стабильность в государстве? Это значит стабильность в моей семье, стабильность в моем городе, стабильность в моей области и в моей стране. Всего в шествии были задействованы сотрудники более 200 учреждений.